Учеба чуть ли не сейчас только начинается. Вопрос был заданен. Зададен. Когда чего сорифицировать? Всегда надо отталкиваться от времени посадки. То есть, никогда я не называл сроки такие, например, там 10 апреля, или 10 мая, или 1 мая, или 20 апреля. Нет. Прикиньте, когда у вас земля тает на стеклопаты, это и будет время посадки. Отнимаем теперь 2-3 месяца. Вот эти цифры, я долго над ними колдовал, это официальная цифра, мне так удобно. И скажу, дикая лесная яблонь, я с ней дела не имел. Но, похоже, почти все правда, поэтому принимаем за достоверность, что дикая яблонь 95 дней. Китайка 60 дней, абсолютно мало. У меня она 3 месяца лежит. Так. До высадки, и бывает еще не всходит, и только через год. Поэтому здесь 60 дней меняем на 90. Сибирка 30 дней, точно. Попали в точку. Анис не знаю, Антоновка не пробовал. Вот. Наверное, у человека есть опыт, кто-то таблицу составил, эту хорошую таблицу. Груша обыкновенная 90, по моим меркам 60. Но учтите, я потом еще как бы чуть-чуть прокомментирую. Может быть и 90 в каких-то случаях, а может 60 по железу. Уссурийская 60, да. О, ох, ох, кстати, уссурийская, как я и сказал. Персик, с персиком самое сложное. Он может ни через 60 не взойти, ни через 100 не взойти. Это особый случай, но мы это проходили. Абрикос краснощеки. Ну, это перебор, конечно. Какой бы ни был краснощеки, но больше 2 месяцев я вам не советую. Слива. Вот тут уже другая кровь. Видите, тут Китай. А, китайка это не слива, ребята. Китайка это яблоня такая полукультурная. В общем. Тогда, может быть, и есть 60. Может быть. Вот. А настоящая это слива. Вот она слива. 150 это 5-6 месяцев. Но у меня получается 3 месяца. И прекрасно всходит. Уссурийская. Наверное, ну, у меня тоже есть уссурийская слива, уссурийская желтая. Вот. Тоже у меня 3 месяца. А там, как хотите, можете 5-6. Вот. Тер не знаю, лучи не знаю, не занимался. Вишня обыкновенная, да, близко к этим цифрам. 5-6 месяцев. Любская не знаю, степная многовато. Я бы держал бы ее 3 месяца. Так, Монмаранси не знаю, Войлочка 75, да, примерно так и есть. Антипка не знаю, дикая черешня ранее не всадил. Как мог, прокомментировал.